Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду заниматься своим цветничком. Купила петуньи, рассадила их, и теперь здесь все надо привести в порядок. Подмести, хочу лавочку покрасить. Ну, как-то вот, чтобы было благородно и красиво. То есть буду сейчас убирать, подметать, мыть, красить и делать так, чтобы здесь было красиво. Поехали! Друзья мои, вот прошло пару часов. Ну, будет в этом году как-то так, не как обычно. Объясню почему. Все из-за птицы. Бывают периоды, когда они каким-то чудом, Саша ли постарается, или еще как-то, выходят на просторы, во двор, и начинается бардак. Вытаскивают, выдергивают цветы, склевывают. Съедают, собака порыться может тоже запросто. Вот она пошла шмон наводить, это тоже может начудить. Поэтому вот поднимаю как бы наверх все. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот лавочки покрасила. Достала опять же таки приобретенные в фикс-прайсе гипсовые фигурки, которые третий год я ставлю по совету зрителей. Покрасила их лаком. И вот они прекрасным образом живы-здоровы. Вот
Черепашка и птичка тоже уже третий год у меня на клумбе обитает. Так что, ну вот будет так все в этом году. Что будет дальше, посмотрим. Сначала думала, вообще цветы сажать не буду, а потом, ну, как-то я не могу без цветов. Я должна выходить, и взгляд должен чему-то радоваться. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Здесь я посадила астры. Ну, тоже не знаю, как. Все, собака залазит, выдергивает, гуси приходят, тоже выдергивают и не едят толком. Выдернули, бросили. Я каждый день прихожу, их сажаю. Ну, короче, посмотрим, что получится. Одели на нее ошейник новый, нормально. Не снимает, обиделась вчера на нас, мы ее посадили на привязь. Да, Лисюша, ты обиделась, что ли, а, морда? А ты не хулигань. Да. Вот два мешка мусора набрала. Весь двор вымела. Еще вот тележку сейчас пойду освобожу. Вот так вот. Лися, вот она, полезла. Ну-ка, брысь! Фу, нельзя! Хулиганка. Тут надо диван сюда вынести и сидеть, смотреть совсем. Никаких дел с этой скотенёшкой. Ну, будет как-то так.